Для работы нам понадобятся масляные краски, кисти, мастихин, тройник, разбавитель, баночка для смешивания красок. Итак, краски понадобятся такие, как белила титановые, кадмий желтый светлый, кадмий оранжевый, кораллово-розовая, краплак, зеленая веридоновая, синяя ФЦ. Также нам понадобятся кисти. Кисти лучше взять щетина номер 14, номер 8 поменьше и самая маленькая это номер 2. Также нам еще понадобится мастихин. Мастихин. Ну, я взяла большой мастихин. Можно взять поменьше мастихина рыбкой.